Бальные и свадебные платья, костюмы для прогулок и визитов. В Донецк Марина Иванова привезла 75 нарядов. Также в экспозиции несколько сотен аксессуаров, в их числе зонтики, сумочки, перчатки. Это самый старый экспонат в коллекции Марины Ивановой. Такой лиф был пошит в 1820 году. Его носила англичанка. Платье для коллекции Марина Иванова также привозит из России, Франции, Голландии и Германии. За этот наряд женщина заплатила 5000 долларов. Он куплен в Австрии. Это двойной корсет внутри. Это фарфоровые австрийские пуговицы со стразами. Тут столько всего, столько тканей, бархат, розовый шелк, голубой шелк. Тут очень красивая нижняя часть, которая просто умиляет. Ну, конечно, я вот сейчас показываю вам, я обычно это платье стараюсь не трогать. В Донецк владелица коллекции привезла 10 новых экспонатов. Среди них и эта шелковая накидка. Это 910 год, такой расцвет модерна, очень красивая бальная накидка с высоким воротником Медичи, вот бисерная шляпка того времени. По словам Марины Ивановой, прежде чем пополнить коллекцию, многие костюмы приходится реставрировать. На это уходит от нескольких дней до года. Столько потрачено на восстановление этого наряда. Усилия приходится приложить не только к костюмам, но и к манекенам. Они маленькие по спине и по росту. То есть мне приходится под каждое платье делать манекен вручную. На сбор комплектов старинной одежды и аксессуаров ушло около 30 лет. Очень все интересно посмотреть на это все вот в 2013 году, то, что было так давно создано, и то, что создано было своими руками, это заметно, да, вышивка, ткани, насколько это все сохранилось. Это все очень интересно. Единственное, хотелось бы, чтобы было больше информации. В Донецке коллекция старинных нарядов пробудет до конца апреля. Светлана Киктева, Кирилл Иванов, «Панорама».